Всех приветствую снова на своем канале. Хочу с вами поделиться, как я из рафии вот такой, я распорола сумку, делаю вот такую. Да, то есть это было еще связано и даже уже отпарено изделие само. Ну вот потом придумала, что мне надо распороть. Смотрите, как я это делаю. Ну вот так я это делаю. Видите, здесь уже отпарено, а здесь нет. Утюг включен на полную мощность. И я это делаю вот так. Очень быстро. Посмотрите, что получается. Пройтись так вот достаточно быстро, не занимает много времени. Меня наоборот успокаивает. Буду счастлива, если кому-то этот способ придется по душе. Видите, великолепно. Еще и распрямляется, и вязать по второму разу еще приятнее, чем по первому. Ну вот, немножко поближе вам, как это получается.